1500 газовых колонок Могилюшины могут быть отключены. Причина в том, что их владельники не допускают у своей квартиры или власные дамы газовую службу для обслуживания обсталевания. Усяго ж у Могилевской области у эксплуатации больше за 14,5 тысяч газовых водонагревальников. Их проверка – обязательная платная процедура. Подробности у Татьяны Сергейчик. Прибыл для проведения технического обслуживания, которое проводится раз в год. Ранее работу газовых колонок слесары проверяли раз у 2 года, теперь что год. Специалисты газовой службы кажут, что это потребует правила безопасности. Это копейки по сравнению с безопасностью, которая может возникнуть. Это же газ. Это нормально, доступно. Я думаю, каждому прийти и пустить людей, чтобы сделать ТО. Раз в год приходит. Але покуль кожная 10-я колонка Могилевской области не прошла техобслуговывание. Там, где слесарам, никто не отчинил двери. Согласно правил пользования газом быту, при необслуживании водонагревателя проточного газа и отсутствие доступа к этому оборудованию, газоснабжающая организация вправе прекратить газоснабжение этого оборудования. Обслуговывание газовых колонок каштует больше за 6 рублей. Льгот нема. Некоторые жыхары отмовляются платить, мовляв, дорого. Газовики кажут, что гроши в таким выпадку будут спогонять праз суд. Татьяна Сергейчик, Александр Тарасов, Новин Регион.